Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на Звездного Капитана. Вампир Алукард из аниме Хельсинг. Способности, характер, уровни силы. Погнали посмотрим, что нам расскажет Звездный Капитан. В видео расскажу вам о вампире Алукарде, показанном в аниме Хельсинг. Вы узнаете о его способностях, формах, слабостях и о многом другом. Алукард офигенный! Это мое детство чисто! Слышал про World of Tanks? Я перед началом сообщаю, что я помню про Титана. Каждое четвертое видео на моем канале посвящено аниме, но кстати, это не означает, что каждое такое видео будет именно о Титанах. Наберитесь терпения, а главное уважение к моему творчеству, перестав задавать вопросы, где то-то или лучше бы сделал это. Спасибо. Ваши лайки, как всегда, приветствуются. Да, конечно. Конечно, капитан. Конечно же. Алукард – самое мощное и смертоносное оружие организации Хельсинг, в задачу которого входит уничтожение вампиров и других сверхъестественных Истребитель. Созданий. При этом он и сам является вампиром, но не простым, а сильнейшим из всех существующих. Да и в целом с ним мало кто может соперничать, за исключением нескольких особо выдающихся личностей, таких как Капитан и Александр Андерсон. Да, этот бой был реально очень эпичным. Как и у большинства настоящих вампиров, глаза Алукарда имеют красный цвет, а при определенных эмоциональных состояниях они начинают светиться. Длина волос непостоянная. Мне всегда казалось порой, что Алукард реально такой бешеный, просто он реально очень бешеный. Просто псих. Зависит от уровня ограничений. Но мне так нравилось наблюдать за ним. Начиная совсем коротких и заканчивая чуть ниже колен. Обычно облачение Алукарда состоит из черного костюма, высоких кожаных сапог, причудливо завязанного галстука и красного старинного пальто. На голове у него почти постоянно находится красная федора с широкими мягкими полями, а глаза закрывают очки с круглыми оранжевыми стеклами. Завершает гардероб пара белых перчаток с печатями. Мне, кстати, мне, когда я малой был, мне вот эти перчатки, мне почему-то сразу напоминало алхимика. Я просто алхимика на то время смотрел. И, блин, мне это напоминало прям реально алхимика. Я такой, вау, перчатки с пентаграммами, с этими. Одежда данного вампира является частью его физического воплощения, ведь, получив множественные повреждения, он восстанавливает ее до прежнего уровня вместе со своим телом. А что можно сказать про характер Алукарда? Большую часть времени он спокоен и рассудителен, но во время боя он показывает свою истинную природу, становясь свирепым, кровожадным и довольно жестоким существом. В некоторых случаях он не убивает свою жертву, пока у нее есть способность сопротивляться, или же она еще не окончательно унижена своей беспомощностью. Являясь бессмертным и фактически неуязвимым созданием, он, что неудивительно, невероятно эгоцентричен. При любом удобном случае он будет оскорблять своего противника, насмехаясь над его мнимым превосходством. Лиши, как поросеночек. Еще это недооцененность его. Если излюбленный стиль боя данного кровососа, это дать в буквальном смысле разорвать себя на части, а после без видимых усилий восстановить свое тело, попутно трансформируясь в часть поглощенных им душ, атакую при этом противника. После того, как жертва боли не способна сопротивляться, Алукард убивает ее. Однако, несмотря на все безграничные возможности, Алукарда можно застать врасплох, обычно из-за его чрезмерной самоуверенности. Ты говоришь, этот бой что-то с чем-то. Что? Алукард, судя по всему, недоволен своим бессмертием и даже завидует простым смертным. Также он с глубоким уважением относится к тем, кто не боится старения и грядущей смерти, то есть тех качеств, которые он не в состоянии ощутить. Твое старое морщинистое тело все равно было в миллионы раз красивее, чем та мерзость, что сейчас стоит передо мной. Алукард способен испытывать привязанность, особенно к своей подопечной, Сэрос Виктории, и хозяйке, Интегре Фейербук. Какой же он шикарный, а? Восхищаясь храбрыми людьми вампиров, Алукард презирает, испытывая к ним сильное отвращение. Особенно, когда они начинают убивать окружающих без какого-либо смысла. По его мнению, бессмертие нужно заслужить, а не желать его только ради силы или страха перед смертью. А теперь пришло время поговорить о способностях Алукарда. Встреча с ним для большинства противников заканчивается гибелью. Причем для победы ему чаще всего даже не нужно снимать ограничения на способности, контролирующие его настоящую силу. Чтобы вы еще реально понимали, он ограничен. Первое, что стоит отметить, так это регенерацию. Алукард может довольно легко восстанавливаться от любых физических повреждений. И это при том, что для этих целей могло быть использовано оружие, специально предназначенное для быстрого и эффективного убийства ему подобных.
Освещенные предметы наносят больший урон, но на скорость регенерации не влияют, а влияет на нее настроение самого Алукарда и его желание поиграть со своей добычей. Довольно часто Алукард принимает телесную форму, однако на самом деле он состоит из изменчивого потустороннего вещества, черного в основании и красноватого по краям. Такие изменения происходят после нанесения его телу существенных повреждений, после чего он становится невосприимчив к урону от обычного оружия. В чем дело? Я всего-то отстрелил тебе парочку ног. Также, находясь в физической оболочке, он может в любой момент становиться неосязаемым, проходя сквозь твердые предметы, например, стены. Ну это имба просто, точно это реально имба. Является ли Алукард полностью бессмертным существом или нет, но, по крайней мере, он бессмертен в биологическом плане, не слабеет с возрастом и не может умереть от старости. Как утверждает сам герой сегодняшнего видео, истинного бессмертия не существует, а значит, все-таки есть способ уничтожить его раз и навсегда. Аминь! После снятия всех ограничений сердце Алукарда становится уязвимым, что в теории может стать причиной его смерти. Как и у других вампиров, единственным источником пищи Алукарда является кровь, пить которую ему помогают длинные острые клыки. Пить которую ему помогают длинные острые клыки и похожи на змеиный язык. Способы питания различны, от обычных укусов в шею до отрывания частей от человеческого тела с последующим их поеданием. При этом постоянный источник крови для выживания не нужен, однако при ее длительном отсутствии вампир впадает в коматозное состояние, напоминая скорее обычный труп, и в таком виде он может находиться многие десятилетия или даже столетия. Другой уникальной способностью Алукарда является возможность управления кровью, как своей, так и чужой, находящейся за пределами тела жертвы. Но самое главное, полностью выпив своего противника, Алукард поглощает его душу, беря ее под свой полный контроль и при необходимости призывая на свою сторону. За время своего существования Алукард завладел душами тысяч воинов, как людей, так и вампиров и других сверхъестественных созданий со всеми их знаниями и способностями. Поглощенные души могут быть использованы в качестве помощников на поле боя, а при получении хозяином смертельных повреждений заменяют его душу своей, позволяя ему возвращаться к жизни. Алукард может превращаться во что и в кого угодно, будь то дети, летучие мыши, бесформенные массы и многое другое. Может ли он становиться неодушевленным предметом, например, стулом или молотком, неизвестно. Все чувства Алукарда усилены до запредельного уровня, что сказывается на всем, что он делает. Например, способствуют идеальной точности при стрельбе или позволяют наблюдать за любыми объектами на огромных расстояниях. Также он может без труда видеть сквозь иллюзии, которые способны обмануть обычных людей. Однако этот навык не является врожденным и должен использоваться осознанно для достижения нужного эффекта. Этого просто не может быть! В физическом плане Алукард невероятно силен. Каждый из его пистолетов, помимо большого веса в 6,16 килограммов, имеют огромную отдачу, способную сломать кости взрослого человека. Он же управляет ими словно игрушками. Прощайте. Стволы офигевшие, прям реально. Алукард может голыми руками противостоять некоторому сверхъестественному оружию и даже разрушать его. Пределы физической силы неизвестны, но она явно выше, чем у остальных вампиров. Помимо этого, он обладает невероятной скоростью, из-за чего человеческий глаз не в состоянии уследить за его движениями. А благодаря вампирским рефлексам он может без труда уклоняться и ловить пули, но предпочитает этого не делать. Также Алукард полностью равнодушен к гравитации, что позволяет ему стоять и бегать по вертикальной поверхности. Ну и как вам такая имба, а? Или вовсе летать. Реально имба же. Еще стоит отметить сильные телепатические способности. Он может общаться с созданными им дракулинами, в частности с Викторией Серас, на огромных расстояниях, не имеющих максимального радиуса действия. Мысли же обычных людей он может читать по своему желанию, а при необходимости и вовсе контролировать их разум. Подвергшаяся воздействию жертва впадает одновременно в эйфорическое состояние и цепенеет, а ее глаза начинают светиться красным светом. Такой человек будет делать и говорить все, что пожелает его временный хозяин. Это магия? Или сексуальная энергия? Благодаря телепатии Алукард может чувствовать сверхъестественную активность в существах или предметах, определяя их истинную сущность. А еще он может контролировать погоду, создавая, например, туман, покрывающий большую площадь, или ветер, дующий в нужном направлении. Так как Алукард является слишком сильным созданием, его силы сдерживаются специальной системой ограничений, которая делится на 6 уровней и 6 связанных с ними состояний. При этом сила способности считается в обратную сторону, то есть нулевой уровень считается самым мощным и разрушительным, раскрывающим полный потенциал данного вампира, при котором он в состоянии пробить планету насквозь.
Лучше вам не знать его нулевую силу. Внешний вид Алукарда меняется в зависимости от количества доступной ему силы. Чем больше снято ограничений, тем меньше привычной одежды остается на вампире. Это говорит о том, что предметы гардероба являются физическим проявлением системы, которую организация Хелсинг использует для сдерживания Алукарда. Перчатки с печатями являются основным источником его контроля и остаются на нем почти во время всех его трансформаций, даже когда он находится в гуманоидной форме. Что ты такое? Немного попытка о слабости. Контролировать. Для большинства вампиров серебряное или освещенное оружие является смертельным. К этому же списку относятся пронзание сердца, обезглавливание, солнечный свет, чеснок, святая вода. Но на Алукарда данные способы не распространяются. Единственное, что может его остановить, так это неспособность пересечения водных преград своими силами. Понятно. Ты такой же, как остальные. Жалкий, бесполезный комок плоти. Бежи, как Сайдама. Поросёночек. Сайдама, ну серьезно? Обычных ударов. Это все на сегодня. Если Сайдама слишком хорош. Сверх подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Спасибо. Ну, если Алукард, вы хотите стать наверное... вампиром, помните, что вам нужно... Алукард, наверное, сравни с Сайтами, реально. В своей вселенной Алукард просто, ну, это машина. Девственником, и чтобы вас укусил настоящий вампир противоположного пола. После этого вы сможете сосать, сколько вам вздумается. А что? 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 Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.